Японский артист произвел фурор на американском шоу талантов. Бурный восторг вызвал у зрителей японский танцор Кэниши Эбина. На первых же секундах его выступления в зале раздались крики ужаса. Настолько правдоподобно Кэниши отделил голову от туловища. Телом артист владеет просто безупречно. Кажется, что на сцене выступает не человек, а робот, который нарушает закон всемирного тяготения. Не смогли сдержать эмоции члены жюри. Они назвали этот танец лучшим из всех, что они видели в своей жизни.